петь, ни петь не мог. Он человека был кусок, таким его уж создал Бог. Но у него была душа, большая, как воздушный шар. Он всей душой любил того, кто сотворил таким его. Он все лежал или сидел, казалось, был он не удел. Он только песни петь умел, да в небо синее смотрел. Но иногда отца просил, чтоб в церковь тот его сносил. И в церкви пел он про того, кто сотворил таким его. На жизнь свою он не роптал, глядел в окно, псалмы читал. А кто калеку обижал, за тех молился и прощал. Еще мечтал он рисовать, ведь мог он кисть во рту держать. И рисовать он стал того, кто сотворил таким его. Он не имел ни рук, ни ног, он сам не есть, не пить не мог. Но приукрасил церковь он, взирал Господь с его икон. Ну а потом его душа летела, как воздушный шар, прочь от земли, под кров того, кто сотворил это.